Всем привет, Днепр на связи, 16:00, у нас масштабный сигнал воздушной тревоги, просят пройти всех в укрытие и не игнорировать воздушную тревогу, потому что 6 бортов МиГ-31К, потенциальных носителей ракет «Кинжал», взлетели и есть угроза пусков. При этом у нас день насыщен тревогами. Перед этим был сигнал воздушной тревоги, сообщалось о ракете, а затем жители города Кривой Рог могли услышать мощный взрыв. Сообщили, что на подлете к городу сбили ракету Х-59. Вот такая, друзья, обстановка. Сейчас еще сообщают о том, что в Крыму объявлена ракетная опасность. О том, что слышны взрывы. Севастополь, по-моему, Джанкой. В небе над Севастополем можно наблюдать характерные следы от работы ПВО. Вроде как так, друзья. Так что неспокойный день. Такая вот обстановочка. Город пустоват, конечно. Все, друзья, всем хорошего дня. Спасибо за внимание. И до нового выхода на связь.